Будучи беременными или нет, знаменитости и королевские особы своему чувству стиля, похоже, не изменяют никогда. В настоящее время беременны многие обладательницы громких имен, и каждая показывает свое особое чувство вкуса и стиль в одежде. Кейт, герцогиня Кембриджская, показала очень королевский стиль. Он нацелен на то, чтобы показать ее потрясающие ноги. Большинство ее нарядов были выше колена, но достаточно закрытые. Кроме Кейт, к Бэби Буму присоединились такие актрисы, как Хелли Берри, Кейт Уинслет, Пенелопа Круз и поп-звезда Ферги. Выпускающий редактор модного журнала Аврил Грэхам говорит, что Берри, пребывая в интересном положении, использует разносторонний подход к своему гардеробу. Мне особенно нравится, как она одевается. Забирает ли она свою дочь на из школы или появляется в каком-то элегантном вечернем наряде. Она действительно пытается выглядеть идеально, чтобы в любую минуту быть готовой пойти на Оскар. А вот поп-звезда Джессика Симпсон на своей беременности смогла даже заработать. Второго ребенка она родила совсем недавно, 30 июня. При этом домашние заботы не помешали ей открыть линию одежды для женщин в положении, в которую она включила свои любимые фасоны, например, платье Макси. Этот стиль подразумевает завышенные талии, это подчеркивает живот. Такой наряд можно носить и осенью, с кожаной, джинсовой курткой и даже кардиганом. Между тем, Ферги демонстрирует миру моду в стиле рок. Ферги показала нам стиль рок-звезды во время беременности. Штаны с бахромой, кожаные штаны, высокие каблуки. А тем, кто хочет до поры до времени выглядеть более-менее стройным и не сильно афишировать округлившиеся формы, дизайнеры рекомендуют сочетать черное с белым. Мы называем это монохромным образом, и он очень стройнит. Сделать вид более изысканным поможет белый блейзер. На майке по бокам есть рюши, которые скрывают растущий живот. Также ценители моды отмечают, неважно, сколько у вас денег, подстроиться под новые параметры своей фигуры можно всегда. У нас не всегда хватает долларов, чтобы следовать персидскому стилю Ким Кардашьян, нравится он нам или нет. Но вы всегда можете создать нужную форму и свой особенный стиль самостоятельно.